Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем видео хочу предложить вам мастер-класс по вязанию вот такого красивейшего узора. Я его назвала «Паучковая резинка». Вы скажете, а при чем здесь резинка? Мои хорошие, это очень легкий, очень прелегкий узор, основой которого является резинка 2 на 2. Узор прекрасно подойдет к палантинам, к шарфам. А еще, если немножко пофантазировать, у меня появилась просто шикарнейшая идея связать этим узором накидку. Ну, накидка пончо. Я вообще обожаю пончо. И если по бокам добавить араны, а по центру сделать вырез под горловину, у нас получится просто моднейшее изделие в этом году, да и не только в этом. Просто шикарнейшая накидка вот этим узором. Давайте посмотрим, как он выглядит с другой стороны. Вот изнанка. Я бы сказала, что просто красивейшая изнанка. То есть и с одной, и с другой стороны узор выглядит шикарно. А вяжется очень-очень легко. Справятся даже начинающие. Сейчас я вам расскажу немножко о ниточках. Вот я связала здесь Алисой Троицкой. Вот вы видите, да? А это Ангора Делюкс. И вот, на мой взгляд, махеровая ниточка к этому узору просто неимоверно подходит. Просто красиво, легко, воздушно. Ну, шикарно, одним словом. А там выбирайте сами. Главное, чтобы ниточка была не очень толстой и не грубой. Мягкая ниточка. А здесь китайская спица. Я даже не знаю, какой размер, если честно. Просто схватила, которая попалась. Ну, свяжете, попробуете, какая спица подойдет лучше. Итак, для набора петель нам нужно количество петель кратное 6 плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные. Вот смотрите, я чуть-чуть просчиталась здесь. То есть у меня вот начало, конец, вернее, заканчивается 2 изнаночными, а здесь их нет. Поэтому это нужно учитывать. То есть раппорт узора здесь 8 петель. И плюс 2 петельки для симметрии и 2 кромочные. Итак, давайте приступим. Но поскольку у меня уже связан узор, вам нужно будет провязать где-то около 4 рядов обычной резинкой 2 на 2. Вот вы прекрасно ее здесь видите. То есть 2 лицевые, 2 изнаночные. Кстати, очень хорошо здесь пригодится вот эта вот кромочная, которая с накидом. Думаю, вы уже знаете про мою вот эту кромочную. Здесь она очень-очень нужна, потому что край не будет заворачиваться, потому что эта кромочная дает очень ровный и плотный край. Если вы будете вязать палантин безо всяких добавлений, вот, ну, которые я вам рассказала, араны добавить, да, с одной и с другой стороны, то вот эта кромочная очень хорошо вам поможет. Итак, моя кромочная. Дальше вот эти вот перепонки, я их называю. Почему я назвала паучковая резинка? Вот я буду называть это паучок. И мы будем делать паучки в шахматном порядке. Смотрю на ряд ниже, вернее, не на ряд, а где у нас шел этот паучок. И вижу, что этот паучок у меня вот здесь. Значит, мне сейчас нужно сделать его в начале ряда. Как я это делаю? Отсчитываю 6 петель, то есть 3 пары вот этих вот наших лицевых изнаночных. То есть 1, 2, 3. Вот. И завожу сюда спицу между 6 и 7
петелька. Еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид не пропустить. Вот просто вот так вот. Завожу между петлями спицу. И подхватываю, вытаскиваю ниточку. Здесь очень важно натяжение, ну как бы чувствовать натяжение, чтобы вот эти паучки у вас везде были одинаковыми. То есть тут нужно как бы пальчиком немножко придерживать. Дальше вот так вот насаживаем нашу вытянутую петельку на спицу. Заметьте, я здесь тоже немножко вот так вот пальчиком придерживаю. Дальше ищем нашу лицевую петлю. Вот она. И провязываем нашу вытянутую только что петлю и лицевую. Захват нити идет здесь снизу. Вот так. И провязываем как бы две наши петли вместе. То есть лицевую и ту петельку, наш паучок, который мы только что сделали. Дальше вяжем по рисунку. Дальше идет у нас лицевая, то есть обычная наша резиночка, изнаночная, 1, 2 и 2 лицевых. 1, 2. Все, один паучок мы связали. Дальше у нас идет 2 изнаночные. Мы их просто провязываем. Ничего с ними не делаем. И сейчас опять нам нужно сделать этот паучок. Повторяется вязание. Опять 2, 2, 2. Вот. Здесь самое главное не ошибиться и попасть между вот этими петлями. Опять подхватываем ниточку. Как бы обвитие петель делаем. Так, еще раз. 2, 2, 2. Вот. Да что ж такое-то? Сейчас в камеру не очень удобно показывать. Вытащили. Подвигаем. Накидываем на спицу. Все это очень быстро делается, когда вы удобно сидите. И вот здесь очень аккуратно нужно нашу лицевую и ту петельку, которую мы только что сделали, вытащили, подхватить. Снизу подхватываем ниточку и провязываем лицевой. И по рисунку дальше идет лицевая еще 1, потому что у нас резинка 2 на 2. И дальше 2 изнаночные. Две лицевые. Все, второй паучок мы опять провязали. Опять идут 2 изнаночные. И опять делаем, повторяем то же самое. Ну, давайте еще раз. 2, 2, 2. Так, 1, 2, 2. Вот сюда. Вводим спицу, поддеваем, протаскиваем. Здесь контролируем натяжение нашего паучка. Надеваем на спицу, придерживаем здесь пальчиком и вводим спицу в нашу лицевую петельку. Захват нити снизу. Провязываем 2 петли лицевой. Лицевая. 2 изнаночных. И 2 лицевых. Самое главное здесь внимательно провязывать, чтобы не схватить 2 петли вместе, не провязать. То есть внимательно считаем наши петли. Вот такие паучки у нас получаются. Вяжем до конца ряда.
в конце ряда смотрим, что у нас не получается вот эти вот 6 петелек, да, обвития. Все, ряд закончился, паучок мы здесь больше не делаем и провязываем оставшиеся петли просто по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная. Провязали. Переворачиваем вязание. Сейчас подтяну немножко ниточку. Напомню, что здесь ниточка у меня троицкая Алиса, а вот махеровая — это Ангора Делюкс. И на мой взгляд, махеровая ниточка просто прекрасно подходит к этому узору. Изнаночный ряд вяжем просто по рисунку. Провязываем нашу обычную резиночку 2×2. То есть ничего сложного абсолютно. Лицевая, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. И так идем до конца ряда. Провязали изнаночный ряд простой обычной резинкой 2×2. В лицевом ряду делаем то же самое. То есть у нас что получается? У нас получается, если вот с таким шагом идти, как сделала я в этом узоре, здесь после паучка у нас провязывается изнаночный ряд, лицевой ряд, изнаночный ряд, а потом у нас будет следующий паучок. То есть в четвертом ряду. Но вы можете эти паучки делать по своему усмотрению. Ну, посмотрите, какая красота. То есть, допустим, шаг у вас, раппорт узора, вверх, я имею в виду, будет идти не 4 ряда, а 6 рядов, 7 рядов. То есть, не 7, 8 рядов четное должно быть. То есть, немножко поиграйте вот с расстоянием, высоту между этими паучками. Я очень хочу это сделать. Вот когда буду палантин вязать саранами, я хочу применить вот эту придумку. То есть начало у меня будет, допустим, начинаться вот с шагом в 4 ряда, потом будет идти расширение вот этих вот высоты вот этого узора, допустим, 6 рядов, 8 рядов, и конец палантина опять будет, ну, как бы приходить к изначальному нашему провязыванию, то есть к 4 рядам в высоту узора. Вот, мои хорошие, ничего сложного нет. Сейчас я провяжу еще один лицевой ряд, вернусь изнанкой и потом просто покажу, как вяжется следующий ряд. Ну, в принципе, ничего сложного нет. То есть следующее, вот это наш следующий паучок будет идти не в начале ряда, а вот здесь. Вот мы должны будем сделать это наше обвитие наших 6 петель. Итак, провязала я 4 ряда после нашего паучка. Сейчас нам нужно провязать ряд, в котором опять будет идти наш красивейший паучок. Смотрим, смотрим просто на рисунок. То есть мне нужно провязать сейчас 4 петли, а потом сделать обвитие. Провязываю. 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть наш паучок идет в шахматном порядке. И сейчас проделываем то, что мы уже научились делать. То есть вот они, наши 6 петелек. Захватываем нить, вытаскиваем, контролируем натяжение, накидываем эту петлю на спицу и провязываем, снизу захватив нить, лицевой петлей 2 наши петли. Одну из обвития, вторую на спице. Дальше по рисунку. То есть 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 лицевые. Дальше 2 изнаночные и вязание повторяется. И теперь опять наше обвитие. Ну, я думаю, что
показывать уже, ну, нет смысла. Я думаю, что все это уже понятно. Просто красивейший узор. Тема подарков 23 февраля и 8 марта продолжается. Думаю, что такой палантин просто согреет вас еще в марте, и вы сделаете себе красивейший подарок. Но вот на мой взгляд, вот эта ниточка махеровая просто идеально подходит к этому рисунку, к этому узору. Так, мои хорошие, теперь еще хочу поделиться, коль пошла тема подарков. Сегодня я наконец-то получила еще один подарок с AliExpress. Еще даже не распечатывала. Посмотрите, какой шикарный набор. Всего за 60 рублей. Что здесь есть? Вот такие спицы для вязания аранов. Как раз прям в тему. Если я начну вязать сейчас этот палантин, вот эти вот спицы я очень-очень ждала. И, по-моему, хорошего качества, потому что я читала отзывы. Так, как же открыть тут его? В общем, вязальщицы хвалили. Вот такие иголочки. Так, ну, вылезай. Да, очень хорошего качества спица. Гладкая, легкая. В меру гнущаяся. Причем они, видите, разных размеров. Для разной толщины ниточки. Вот такие маркеры. Маркеры в виде булавочки. И еще набор тоже спиц для вязания аранов и коз. Рекомендую, девочки, за 60 рублей вот эта вот гора инструментов просто шикарно, на мой взгляд. Так, ссылку, кому интересно, на сайт AliExpress, где я покупала этот набор, я вам оставлю. А теперь посмотрите, что у меня получилось. Посмотрите, какая прелесть. Здесь я пришила кнопочку, сделала, ну как бы черный цвет тяжело передает, сделала вот здесь вот тамбурный шов вискозной ниточкой, другой ниточкой, потоньше, естественно. И получилось как машинная, да, строчка. Я так делала, вязала пиджак, кто давно со мной, вы его видели, своему любимому ко дню рождения. И вот этот тамбурный шов я применила и в этом чехле. Посмотрите, сюда можно положить наушники, можно положить пластиковые карточки, и все у вас хорошо в порядке находится. Сейчас вот вытащу телефон. Вот этот клапан здесь обязательно нужен, потому что вот за него вот так держишься. И хорошо впихивается он туда, да. Вот этот замечательный, прекрасный набор Джуди. Это волшебный набор петель, при помощи которого можно вязать без шва, шапки, чехлы и все остальное. Так что вот уже две идеи подарков. Пожалуйста, дерзайте. Всех люблю. Всем творческого вдохновения, неимоверного полета фантазии и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.